Приветствую вас, дорогие наши зрители, Метро Симулятор 2. Это игра, в которой представлено воссоздание метро Москвы и реалистичное управление поездами. 14 июня 2023 года игрушка вышла. У нас где-то даже есть первая часть, вторую у нас нету. Скинули ключик, говорит, посмотри, может быть разберешься, может быть получится. Вот, давайте посмотрим. Московский метрополитен. Я помню, что даже в первой части у нас была, были, так скажем, проблемы. Знакомство с поездом, наверное, время разрешения 20 минут. Сегодня научится управлять один из поездов. Давайте посмотрим, как здесь уже это реализовали. Уже не помню я примерно, как выглядела и как управлялась первая часть. Но надеюсь, здесь будет обучение. Включить тумблер, блок питания и мотор компрессор. А где это? Так, это би-би-би-би. А где здесь питание-то? Хоть бы показали, что ли? А есть обучение, хотя бы, чтобы просто понять? Да. Хотя бы просто нам пройти туториал. Бля, здесь нету, слушайте. Чувствительность мыши надо поднять 100%, потому что это писец. Сценарий. Свободная поездка. Не, ну по факту получается сценарий свободной поездки, я вообще не разберусь. Так а как запускать-то? Вот в чем проблема-то. Меня интересует больше этот вопрос. Так, можно приближать. Бдительность. Включить тумблер блок питания. Теперь смотрим, где здесь блок питания. А, теперь вижу, что это здесь работает. Оп-оп. Для удобства включить тумблер освещения кабины. Издалека так не видно, блин. Кабины пульта. Вот они. Оп. Отлично. Теперь надо переключить реверс. Справа от вас находится ручка реверса. Наведите на нее курсор. Нажимайте левую кнопку мыши. Переключая положение реверса. Так. Справа от вас. Вот это. Блин, они так стрелочки так бросаются. Интересно. Левый контрол. RC, автоматическая регулировка скорости. Дальше. Ага. Клапана какие-то. Ёб твою мать. На самом деле, если это действительно вот так в метро, это писец. Это надо вырабатывать, мне кажется, прям. Так, ближайшая станция, с которой можно начать маршрут, проспект Мира. Угу. Принять. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Ясенево. Ясенево. Next station is Ясенево. Ага. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Мы едем? Сам пожалуйста, теперь пойдемте необходимую запись. Нажмите стрелки вниз и начнем движение. Вот эти. Какая будет Ясенева? Где она? Отправляю Ленинский. Так. Третьяково, Китай-город. Что нужно? Так. Перенести левую кнопку мыши. Ёшкин, это реально сложно, отвечаю.
Разрешает поиску произвести маневр, пройдите ручкой контролера. Определить захода 0, а затем Т1, и поезд начинает. Вау. То есть сейчас, в принципе, на однёрке. Угу. Приди ручки контроля, положение Т2. Т2, во. Верхняя часть имплантированного смея справа от него. Это вот это получается, Т2, что ли? Это, думаю, там просто Т2 написано, а здесь просто надо на вторую. Скоростная справа от него, ограничение в области. Так, учтите, что... Блять, как тормозить? Вверх-вниз статус. Охренеть. Я вообще, если честно, я... Здесь же сделано ведь реально, да, как бы, ну... Становится у первого вагона. Так, это переключение, понятно. А... Вот сейчас мы вот сюда подгоним. Я просто не вижу, где. Ну. Тормози, блядь. А теперь проведите кран машиниста положение 7. Это какой, где кран машиниста? Разрядка МСТ проводит текстом торможения, лампа АВУ содействует автоматическое отключение составов. Ебать. Вот статус 7, да? Разблокируйте переключатель закрытия дверей, нажмите кнопку открытия дверей. Охренеть. Процедура, конечно, программа И. Я уже половину закрыл. Следующая станция Рижская. The next station is... Закрыл. Рижская. Так, дальше что? Что продолжить движение? Вам необходимо сам зарядить тормозную магистраль. Для этого проведите кран машиниста в положение 2. Будьте внимательны. Ага. Все, с контролем хода будет ходовым приложением. Так. Следите за расписанием маршрута, листайте, чтобы придерживаться. Так, хода приложения 0. Проведите ручку контролера хода в 0. Это вот это. Чтобы зафиксировать ускорение, необходимо провести ручку обратно X1 для набора максимальной скорости. Провести ручку положения, постарайтесь не превышать допустимую скорость. Так, ну вот он разгоняется. Проведите ручки контроля X2. Да я уже сделал это вроде, не? Давай ускоряемся. Да блять, гони. Чё сделал, чё нажал, чё сломал, хуй пойми. Она не едет.
Вот ускоряются. А, это типа надо сбросить было. А чешуеть, конечно. Тут процедура, тут вообще жестко. Интересно, сколько лет учится на водителя метро? Так, 70, 74, 75. 78, 77. Бля, уже 70 надо. Т1. Вот так надо. Все, вагон оказался на платформе, не забудьте использовать крем. А-а-а, тормози, блядь, что там тебе сделать? Объявление станции на информаторе. Станция Рижская. Выход к Рижскому вокзалу и железнодорожной платформе. Так, это я запомнил открывание двери. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Алексеевская. Ёб твою мать, процедура, конечно. Реально жесткая прям. Держитесь за поручни. Реально прям тут вообще пиздец, какая штука. Так, 80 километров нам. Так, пока летим. Так, пока едем 60 потихоньку. Так, зеленый. Оно получается на Т-шках как-то ограничивается немного. Знаешь, оно сразу как бы в меру и на спад. Как бы типа пониженная нижняя какая-то там. Ну это реально жестко, отвечаю. Не, я как бы, я помню первую, да, там что-то, но само по себе просто, это действительно реально сложно. Так. Станция Алексеевская. Открывай нахрен двери. Запись закрываем. Единственное, что я выучил, это открытие закрыть двери. ВДНХ. ВДНХ. Будьте вежливы. Погнали нахуй. Жестко, 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 жестко. Так, 44. Да, уже ограничение. Да. Так, едем, едем, едем. Это получается у нас конечная сейчас. Ну, наша. Тестовая, так скажем. Бля, ну это сложно, ребят, это реально сложно. Я просто, я не знаю, я никогда не заходил именно в кабину, да, водителя метро. Я даже, блядь,
не знаю, как там все выглядит, поэтому я не буду ничего. Ну, если так выглядит, это действительно сложно в какой-то степени. Я понимаю, это, конечно, все можно заучить, да? Как бы до автоматизма все работает, там скорость, но это, блядь, это я не знаю, это сложно, отвечаю. Ага. А, зарядки 2 я наоборот надо ставить, я понял. Станция ВДНХ, конечная. Конечно. Дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. This is ВДНХ. This train terminates here. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Угу. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Тупик нам поможет система маршрутизации. На позади игроку собирать автоматические маршруты при ручном ввода стрелок. Нажмите правую кнопку мыши светофора, и появится окошко. Стрелка... Ебать, тут процедуры, конечно. Охуеть. Не, ну а чё, она же в целом так и едет, получается. Кнопку 4, подожди. Медведка, вот третья. Вот нам надо четвёртый путь. Оказание сменится, но запутин зажать бдительность, используя клавишу. Остановиться у знака 8. Я худею. Не, ну, это очень сложно. Это даже это не Евротрек-симулятор какой-то и так далее. Это действительно, это... Бля, ну это... У меня нет слов просто как бы особо это комментировать, потому что я даже не знаю, про что это и как. Точнее, я знаю, про что это, но я это не видел, как это состоит. Те, кто работает, ну, мне кажется, там в метро, да, они имеют какое-то представление вот это всего... Как, почему? Я надеюсь, что это все очень круто. Кто-то, может быть, работает там из моих подписчиков, там еще что-то. И практически, может быть, все выглядит именно так. Но реально. Это мне кажется, это очень сложно. Это нужно знать пути. Это, я понимаю, это все может быть где-то как-то фиксировано. Но это пиздец. Нет, это круто. Это, ну, не знаю. Я бы не стал работать, конечно, там, потому что, я не знаю, может, слишком безответственный, что ли. Короче, вот такая вот игра есть, вторая часть. Первая была примерно такая же, вторая намного лучше, но вроде добавили там именно, вот видите, я не помню, там было в первой московские вот эти все метрополитен, так скажем. Здесь вроде какое-то дополнение по графике получше стало и по оптимизированию. Ну, посмотрим, что такое, хотя... По критике достаточно очень плохо набрали, но надеюсь, ребята что-то там исправятся. Потому что я здесь особо даже не знаю, что комментировать, не потому что я не разбираюсь в этом. Вот. Ну, действительно, это очень жесткая, очень такая работка не из легких, вот что я могу сказать. Короче, в любом случае, не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем спасибо, всем пока.